Привет, друзья! Сегодня мы будем дегустировать самую дешевую еду из супермаркета Лента. Продается она под торговой маркой 365 дней. А мы с вами уже знаем, что самая дешевая еда может быть качественной и вкусной, а может быть совершенно несъедобной. Друзья, если вы хотите оказать помощь в развитии канала, то можете перевести мне донат через сервис Donation Alerts. Этот сервис позволяет прикрепить личное сообщение. И всех, кто мне задонатит, я покажу в своем следующем видео. Ссылка в описании. Паштет сливочный из гусиной печени. Масса 70 грамм. В составе на первом месте действительно гусиная печень. Также здесь есть мука пшеничная, соевый белок. В целом состав не полностью натуральный, есть кое-какие добавки. Паштет стоит почти 20 рублей. Изготовлено в городе Великий Новгород. По запаху этот паштет пахнет не супер приятно. Посмотрим на консистенцию. Ну и по консистенции он не супер густой. Бывает паштет и погуще. По вкусу этот паштет мне не понравился, он слишком соленый, а также еще и горчит. Но мне кажется, даже и на 20 рублей здесь нету, потому что для меня, например, он вообще несъедобный. Я бы лучше купил что-нибудь подороже, но все-таки более качественный. Этот паштет мне совершенно не понравился. Попробуем пиццу с ветчиной и грибами. Продается эта пицца в замороженном виде. Масса пиццы 240 грамм. Состав у этой пиццы очень-очень-очень длинный. Здесь тесто, начинка и соус. И состав этот, конечно же, не натуральный, очень много всяких добавок. Хоть эта пицца и продается в замороженном виде, но тем не менее, консервант здесь все равно добавлен. Пицца стоит 50 рублей. Адрес производства – Московская область, город Бронницы. Ну и даже внешне сразу же заметно, что начинки здесь совсем чуть-чуть. Тесто гораздо больше. Разогрел пиццу в микроволновке 5 минут. Сыр полностью расплавился. В инструкции было написано, что как только сыр полностью расплавится, значит пицца готова. Начинки, наверное, раза в 4 меньше, чем тесто. По запаху эта пицца пахнет невкусно, сыра тут немного, ну и в качестве соуса тут что-то типа какого-то кетчупа недорогого. Грибы здесь тоже есть, но их очень маленькое количество. Вот один, вот второй, и по сути дела, в общем, больше грибов здесь и нету. Впрочем, как и ветчины, тоже маленькое количество. Попробовал эту пиццу на вкус, и она совершенно несъедобная. Отвратительное тесто, оно какое-то невкусное. А начинка совершенно особо не ощущается, чувствуется только лишь, что есть вот этот вот соус, он тоже не особо вкусный. Ветчина самая дешевая, вообще невкусная, то есть ее взял в рот и мне захотелось сразу же выплюнуть. Грибы более-менее, грибы еще нормальные. Сыра здесь не ощущается, такое ощущение, что его и нету. Ну, только что вот когда ешь, чувствуется в основном одно тесто и небольшое количество соуса. Попробуем творожный сыр. В составе написано, что творог сделан из восстановленного сухого молока. Еще добавлены сушеные овощи и зелень. Масса этой баночки 100 грамм. Творожный сыр стоит почти 49 рублей. Изготовлено в Алтайском крае, город Барнаул. По консистенции сыр не жидкий. Вполне нормальная обычная консистенция. И видны вкрапления зелени. Попробовал и могу сказать, что это совершенно не творожный сыр. Больше похоже на какой-то плавленый сыр. В составе еще кроме зелени попадается чеснок. Думаю, что для такой цены качество должно было быть бы гораздо лучше. Лично я бы такой сыр еще раз покупать не стал. Он мне совершенно не понравился. Попробуем спагетти в упаковке 400 грамм. Спагетти эти сделаны из пшеничной муки высшего сорта. Изготовлены по ГОСТу. Стоимость спагетти почти 19 рублей. Адрес производства – город Липецк. На внешний вид обычные спагетти, надо их сварить и попробовать. Так как мука здесь из мягких сортов пшеницы, то такие спагетти варятся гораздо быстрее, чем из твердых сортов. Ну и по цвету тоже они отличаются. Мягкие сорта пшеницы имеют более светлый цвет. Попробовал, спагетти эти мне понравились. По моему мнению, такие вот спагетти из мягких сортов пшеницы по вкусу ничуть не хуже, чем из твердых сортов. Стоят они недорого, но на качество это никак не влияет. Качество отличное. Молоко питьевое, ультрапастеризованное, объем 970 мл. Жирность 3,2%. Написано, что молоко изготовлено из цельного молока и обезжиренного. Молоко 365 дней стоит 66 рублей 99 копеек. Адрес производства – Нижегородская область, город Павлово. Попробовал это молоко и могу сказать, что довольно-таки неплохой вкус. Мне кажется, что даже если купите какое-то более дорогое ультрапастеризованное молоко, оно по вкусу будет ничем не лучше. Тем более, что и жирность здесь 3,2%. То есть оно довольно-таки жирное. Я думаю, что для своей цены качество очень даже хорошее. Попробуем сахарную кукурузу. Здесь 425 мл.
Состав полностью натуральный. Объем здесь 425 мл, а масса нетто 400 грамм. А масса основного продукта всего лишь 240 грамм. В общем, съедобной части здесь всего лишь половина. Кукуруза лента стоит 54 рубля 89 копеек. Изготовлена в городе Белгород. Первое, что мы видим после открытия банки, это вода. Возникает вопрос, а зачем же производитель делает такую огромную банку и наливает очень много воды? Да, для того, чтобы просто-напросто цена была ниже, а банка была большая и казалось, что здесь кукурузы много и она дешевая. Но по факту оказывается, эта кукуруза ничуть не дешевле, потому что ее здесь меньше. И получается, что это ничуть не дешевле, чем вот если купить, например, какую-то более дорогую кукурузу. Но еще может оказаться минус, значит, в том, что эта кукуруза кажется какая-нибудь несъедобная. Поэтому, конечно же, производитель очень сильно хитрит. Сейчас я вычерпаю кукурузу, и мы посмотрим, сколько жидкости в банке. Воды в баночке оказалось примерно 30%. Радует то, что банка сама хорошая, она покрыта изнутри полимерным покрытием. Поэтому металл не впитывается в кукурузу. По размеру здесь есть очень крупные зернышки, а есть помелче. Попадаются иногда и битые зерна, но их здесь совсем немного. То, что касается сладости, соли, здесь все отлично. А вот то, что касается самих зерен, они немножечко жестковаты, грубоваты. Я думаю, что если сделать, например, крабовый салат, то такой кукурузы немножко можно положить. А вот если ее просто так есть, то не очень приятно, потому что, ну, как какая-то трава, жуется плохо. В ленте продается очень дешевый хлеб, и я решил попробовать нарезной батон. Он уже в нарезке сразу идет. Половинка батона весит 200 грамм. Сделан хлеб по ГОСТу. Состав вполне обычный для батона. Батон стоит почти 14 рублей. Изготовлено в городе Москва. На вид батон как батон, только что он не очень сильно зарумянен. Но это, я думаю, что просто такой мне попался. Бывают разные. Запах у него нормальный, пахнет обычным батоном. Попробовал этот батон. Ну, могу сказать, что он, конечно же, не самого высокого качества. Бывают батоны повкуснее. Не понравилось мне тем, что вот какой-то привкус у него не очень приятный. То ли это какое-то растительное масло прогорклое, то ли, в общем, не знаю точно, что это такое. Если вы хотите сэкономить, то можно купить и такой батон. Но вот я бы, например, лучше бы купил подороже, он все равно вкуснее. Томатная паста. Масса 70 грамм. В составе написано, что это просто томатная паста концентрированная. А конкретно из чего сделана она, не написано. Потому что там не только одни помидоры, там что-то еще наверняка есть. Стоимость томатной пасты 17 рублей 99 копеек. Изготовлена в городе Москва. Томатная паста густая. По-моему, отличная томатная паста, у нее очень помидорный вкус. Я думаю, что если добавить, например, каких-то специй по своему вкусу, все это перемешать, то получится отличный кетчуп. По моему мнению, эта томатная паста очень качественная. Халва подсолнечная. Вес халвы 250 грамм. Халву делают из ядра подсолнечника. Стоимость халвы 25 рублей. Адрес производства – Ростовская область, город Азов. Проверим на мягкость. Но мне кажется, по своей мягкости эта халва нормальная. Также, когда я ее стал резать, она стала очень сильно рассыпаться. Халва очень рассыпчатая. Мне кажется, это небольшой минус, потому что когда начнешь ее есть, и она будет так вот сильно крошиться, то не очень-то удобно. Попробовал эту халву и сразу же заметил, что присутствует очень сильный вкус семечек. Ну, я думаю, что для халвы именно такой вкус и должен быть. Сахара, как и в любой, наверное, другой халве, здесь очень много. Довольно-таки приторный вкус, и просто так ее особо не поешь. Нужно, например, чаем хотя бы запивать или чем-то другим. Конечно же, я бы не сказал, что это вообще идеальный вариант халвы. Халва бывает и повкуснее. По пятибалльной системе я бы поставил этой халве тройку. Потому что она слишком рыхлая, вся разваливается. Ну и также вкус, конечно же, не супер хороший. Но все-таки я думаю, что для своей цены качество приемлемое. Арахис не обжаренный. Масса 200 грамм. В составе только ядра арахиса. Стоимость арахиса 39 рублей 99 копеек. Расфасована в Ленинградской области, поселок Федоровское. Ну, конечно же, нежаренный арахис, он не особо вкусный, поэтому его нужно сейчас будет пожарить. Пожарил арахис. Теперь кожура с него снимается очень легко. Ну и выглядит он гораздо симпатичнее, аппетитнее. Попробуй на вкус. Очень вкусный арахис. Самое главное, правильно его пожарить, а это именно не пережарить. Нужно, чтобы арахис имел легкую зажаристость. Если он будет супер темным, то это уже будет горелый арахис, и он будет совершенно невкусным. А вот такой цвет – это цвет идеальной прожарки арахиса. По вкусу, в общем, мне все понравилось. Арахис замечательный.
Друзья, пишите в комментариях, какую еду мне еще продегустировать. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!